Шалом, друзья! Я хочу сегодня с вами поговорить о такой непопулярной теме в христианском мире, как гонение. Евангелие от Матитьягу, Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь. Ишуа говорит окружающим его евреям следующие слова. Блаженны изданные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Знаете, я думаю, слова, которые говорил Ишуа, они вызывали удивление у людей, слушающих их. Потому что из всех проклятий, которые могли только обрушиться на народ Израиля и на самым злым проклятием, самым серьезным проклятием, это было проклятие изгнания из земли обетованной. И в книге Дворим, в книге Второзакония, в, в 28 главе есть такие слова, 63 стих. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас. И извержены вы будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли. Я думаю, э, слушая Машеха, они были несколько удивлены. Конечно, народ, имеющий опыт изгнания и будучи в плененном и ассирийском плену, и вавилонском плену, да и сейчас, когда они слушали эти слова, они находились под гнетом Римской империи, слова могли вызывать... В лучшем случае недоумение. Конечно, народ Израиля ожидал прихода Мошеха. Конечно, они ожидали, что придет Мошех, Мессия Израиля, который свернет Римскую империю, займет трон, который надлежит ему занять. И весь народ Израиля, он станет тем народом, который должен исполнить свое призвание, народом священников в царстве Мессии. И, конечно, приход Мошеха, приход Ишуа, он сопровождал именно те чудеса и знамения, которые сопровождали Машеха, они были свидетельством того, что он и есть обещанный Мессия Израиля. Они ожидали, ожидали этого изменения. Но время шло, а буквально никакой революции, никакого бунта еще не призывал. И можно понять разочарование учеников Ишуа, апостолов, которые увидели Ишуа распятым на Голговском кресте. Их нечаяния были разрушены, их ожидания были погублены, и, конечно, они захотели вернуться к тому, чем они занимались раньше. И можно понять радость и вдохновение учеников, когда они увидели еще воскресшего в новом прославленном теле. И Слово Божье говорит, что он в течение 40 дней учил своих учеников о царстве. Я хочу вам прочитать отрывок из первой главы Деяния святых апостолов. Третий стих который явил себя в живым постраданиям своим со многими верными доказательствами и в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божьем. Обратите внимание, Он учил в течение 40 дней доказательствами, рассказывая, и указывая на Писание, что Он действительно обещанный Машех. И, конечно, ученики воспряли духом, наконец-то, все свершается, все, все обетования в священных писаниях исполняются, наконец-то Израиль будет восстановлен, наконец-то Израиль начнет исполнять свое призвание. И после того, как Израиль исполнит свое призвание, примет Машеха и царство, Израиля будет восстановлено, все народы, они придут к познанию Всевышнего, и Царство Божие, оно будет установлено по всему лицу земли. Конечно, можно понять резонный вопрос учеников, не в это ли время ты восстанавливаешь Царство Израиля? Но еще говорит им следующие слова, он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, он говорит, вы примете силу Духа. Знаете, Дух Святой, он был обещан народу Израиля. И, конечно, ученики, ну, слушав это, они были вдохновлены, ожидая, что, наконец-то, все пророчества священных писаний исполнятся. Ну, мы не видим в словах еще, что он говорит, все, с Израилем закончилось. Теперь начинаются новые времена, времена церкви. И понятно удивление апостола Петра, когда, будучи э, в доме Кожевника, Симона, он видит сошествие Святого Духа. По разным оценкам богослов, это событие произошло через 10 лет. Через 10 лет, после того, как Дух Святой сошел на пятидесятницу в Иерусалиме. То есть сразу после сошествия Роха Кодыш, первыми учениками Машеха, Иисуса Христа, были верующие из евреев. И понятно удивление, что язычники, и удивление Петра, что язычники становятся... Э -э сопричастниками обетований, принадлежащих Израилю. Они погружаются в Дух Святой. Одно не учли апостолы, что у Всевышнего был план, что язычники, они могут войти в благословение Израиля и стать участниками Царства Божьего, будучи не становясь евреями. И эта тайна, она была сокрыта, сокрыта от апостолов, но позже она была открыта им. И э, Рав Шауль, апостол язычников, он пишет об этом в послании к Ефесянам. Ефесяна 3 глава, Третий стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычники быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Речь идет о благословении Святого Духа, обетовании Израиля, что теперь и язычники, не становясь евреями, они могут присоединяться к благословениям Израиля и становиться участниками этого царства, присоединяться к этому служению Израиля и быть народом священников. И для этого им нужно было просто уверовать в Мессию Израиля, царя Израиля, погрузиться в Святой Дух, и они получали обетованные благословения для народа Израиля. И чуть выше Павел в Ефесина в первой главе говорит такие слова. Девятый стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, в Мессии Израиля, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Машеха. Мы видим интересный момент, что у Всевышнего изначально был план, что вся земля, все небесное земное творение, оно должно находиться под властью Мессии Израиля. Машеха. И дальше написано «в нем мы и соделались с наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению своей воли, дабы послужить в похвале славы его нам, которые ранее уповали» на Машеха. Речь идет о народе Израиля, потому что никакой другой народ раньше не уповал на Мессию и не ожидал Мессию, потому что Мессия, Мессия Израиля, он был обещан конкретно народу Израиля. И они четко понимали, евреи, что когда придет Машех, Царство Небесное, оно будет установлено. Израиль примет своего царя, его престол будет установлен в Иерусалиме, и все народы придут к познанию Всевышнего. И дальше написано, в нем и вы, услышав 13 стих, слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным святым духом, который есть залог наследия вашего, да искупление удела его в похвалу славы его. Мы здесь видим, что в послании к Ефесинам Рав Шауль раскрывает Божий план спасения. Только после того, как Израиль обратится к Мессии и примет своего царя, все народы придут к познанию Всевышнего. И есть благословение для народов неевреев, что они могут присоединиться к этому благословению. Благословению Израиля, благословению быть народом священников, благословению его царства. И окончательное его царство, оно будет установлено во время второго его прихода. Тогда все народы придут к познанию. Народ Израиля примет Мессию, Царство Небесное, Царство Божие установлено будет конкретно на земле со столицей в Иерусалиме, где Мессия Израиля займет надлежащее ему положение царя. И после этого все народы обратятся к познанию Всевышнего Бога. И Царство Небесное будет установлено по всему лицу земли. В этом и было благословение Израиля, благословение народа, который был изначально гоним за проповедь Евангелия. И через гонение первых учеников, которые исключительно были евреями, которые были людьми, уверовавших в Мессию Израиля и подвергшиеся гонениями, это дало возможность им понести Евангелие для, для, до края земли, где все верующие, где все верующие не евреи принимали Израиля и становились тем народом, который присоединялся к благословениям Израиля, благословениям Царства Божьего, благословениям Царства Небесного, через гонение первых учеников Мессии, народа Израиля, весь мир приходил к познанию Всевышнего. В этом и было блаженство изгнания из земли обетованной. Что теперь Царство Божье было не только государство Израиль, что теперь весь мир становился Царством Божьим под главою Царя Израиля и Мессии Израиля Ишо Хамашеха. Пусть Всевышний благословит сегодня всех тех людей, кто проходит гонение за имя Иисуса Христа, гонение за Мессию Израиля, и пусть это даст ему возможность быть свидетелем для всех народов. Я хочу помолиться сегодня за этих людей. Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего, Ишуа Мессии, я обращаюсь за тех людей и молюсь, Господь, за тех людей, которые сегодня находятся в стесненных обстоятельствах и подвергаются гонениям за Твое имя. Я прошу, благослови их, чтобы через те обстоятельства, которые приходят в их жизнь, через те гонения, которые пришли в жизнь первых учеников Ишуа, учеников, состоящих из евреев, которые были изданы из земли обетованной, это дало возможность принять Ишуа всем другим народам. Пусть сегодня те, Гонения, которые приходят на верующих из всех народов, даст возможность распространять им Царство Божие и быть свидетелями для всех народов, куда бы Всевышний их не поставил. Я благословляю сегодня всех тех людей и прошу их укрепи во имя Ишуа Мессии. Амен. Очень наш сущий на небесах Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, на земле, как на небе. Хлеб нас насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.